На кухне я убрала йогуртницу туда, в шкаф. Ну, чтобы оно тут не стояло и не мешало. Сейчас пока что там планшет мой стоит. И повесила правила. Потому что они у нас в свое время висели, но потом упали. Но я их опять повесила. Помыла раковину. Смотрите, какая она стала светленькая, чистенькая. Какая красота, просто невероятная. Так давно ее прям так хорошенько не очищала. Ну, я как бы каждый вечер ее промываю, но прям чтобы она прям блестела. Вот давненько не мыла и исправилась. Наконец-таки отмыла просто обычным комнатом сухим. Помыла духовку, но с ней у меня еще проблемы. Надо ее очищать. У меня пока что нет столько времени, чтобы ее там очищать. Поэтому даже показывать вам не буду. Позориться. И навела порядок на кухне. Здесь у меня уже помылась посуда. Кстати, таблетки для посудомойки хорошие. Лучше финиша. Мне финиш не нравится, сразу скажу. И вот эти таблетки, вот эта вся упаковка из 200 штук стоила 700 рублей. Ну, то есть экономия такая приличная. Таблетки хорошие. Мне нравятся, отмывают не хуже, чем остальные. Мне нравились больше всех Самат, но в целом и эти моют одинаково. Просто проблема в том, что по отзывам эти таблетки были прям не очень. То есть все, ну не все, но многие писали, что там остается какой-то налет на посудомойке, на посуде, то есть или не отмывает. У меня все шикарно отмывает. Я не знаю, может быть, нужно правильный режим подбирать. У меня, в принципе, стоит на авто, и все прекрасно. Можно, кстати, даже купить такую большую упаковку, например, себе часть взять, а вторую часть, допустим, дать кому-то еще попробовать и, скажем так, в складчину устроить тест-драйв. Пришли мы за малышами. Наши зеленые куртки видны издалека просто. Алис не видит. Кнопочки. Не видит. Не видит кнопочки. А нет. Привет! Еще к папе. Привет! У тебя ручки грязные. О, ты что, копался в земле? Да. И папу поцелуй. А что сопли? И папу поцелуй. И испачкай папу. Давай я уберу. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time. Так, девочки, сегодня будем с вами готовить витаминный салат. Я нашинковала капусту, она там внизу. Вот. Морковку потерла. Собственно, терла не я, а комбайн, но это не важно. Так, и там осталась морковка, это я детям с сахаром сделаю. А мы с вами сейчас сделаем салат. Здесь где-то, ну не знаю, мне кажется, где-то грамм 800 капусты и где-то 2-3 средних морковки. Берем столовую ложку чайную и начинаем мерить.
Вот чем мы занимаемся. Вставили, играем. Да? Да. Да. Так, и вот выглядит моя спальня. Здесь сплю я, а здесь спят пацаны. Потому что в данный момент у них мини-ремонтик. Там спит собачка наша. Ночью там швы утепляю. Потому что очень холодно у них. Опа, вот и старшенькая. Вот так мы живем вчетвером. Закончил с плинтусом на этой стороне. Завтра приступлю к этой стороне. И завтра еще розетки поменяю. Детей накормил. Вот такая вот у нас елка красивая. Тофик, выходим. Тофик, на выход. Давай, иди ко мне. Давай, давай, чеши. Ко мне. Ко мне. Тофик, Тофик, выходи. Показываю детям мультик. Анастасия. Да? Да. Да? Ну, вытащи палец-то из носа, а. Ну, заяц. Это же некрасиво. У нас появился очень маленький товарищ. Да? Тофик? Ну вот. Уже 9:00. Мы сегодня, в принципе, что сегодня? Только играли. Сделал комнату пацанам. Опа. За бортом -5 градусов? Да. Да. Что, вам принести сюда кроватки ваши? Нет, а почему? А вот не спать. Не будет здесь спать? Нет. А где он будет? С папой? Да, папа. С папой в обнимочку будем? Да. Дед Мороз подарил им лего. Лего-паровоз, видите, он разобранный валяется, никому не нужен. А вот лего-самосвал, он всем нужен. Оказывается... Я же не нажал на кнопку, поэтому не снимал. И все, что я тут, наверное, полчаса рассказывал. Это гномики. Одеваете шапки и укладываете спать их. Ну вот, завтра поиграем. Сегодня в другие игры мы немножко играли. И вот такая вот обучалочка такая вот. Тоже прикольная игрушка. Все из дерева. Блин, ну шкаф вообще кайфовый на самом деле. Кроватки перетащим назад? Будете спать... А чё это? А где вы собрались спать? А где вы спать будете? С папой. С папой? Я уже сделал. Я уже сделал все. Все, я сделал. Уже не липко. Вот такие вот самосвал. О, такие вот игрушки щенячьего патруля появились. Алло. Так, алло. Кинули. Вот такая и такая. А где этот? Зума-то? Вот. Также на Новый год были подарены лего. Это паровозик. В него никто не играет. Почему-то лего-паровозик не зашел. Хотя я думал, что это будет наоборот. Но все же это самый паровозик. Ну тут еще кабина где-то валяется. Не знаю где. Вагончики валяются отдельно от него. Почему-то не зашел он. Кстати, советую покупать в кино, которое снять. Ну все? Все тащатся прямо от лего мусоровоза. Иди ко мне, иди ко мне. Иди, мой хороший. Иди, мой хороший. Иди, мой хороший. Иди, иди сюда. Иди, Коль. Ты, ты откуда? Ты откуда? А чё, для кого тут мультик идёт? Мультик Анастасия. Кто смотрел, скажите, как он. На самом деле, 80 какого-то или 70 какого-то. Ну, короче, лохматых годов, старый мультик. Очень прикольный. Даже мне понравился. Котлетки у нас уже готовы. Сочные получились, вкусные. Сейчас просто картошечка доготавливается. И будем кушать.